ныне оркестр, то хор. Не всем известно, но учащиеся музыкальных школ должны не только уметь играть на выбранном для себя инструменте, но и изучить другие обязательные дисциплины. Так что поют порой и домристки, и пианистки. Сводный хор учащихся детской школы искусств «Элегия» на отчетном концерте продемонстрировал репертуар, исполнив не только академическое терцет из «Магнификата» Иоганна Себастьяна Баха, но и вполне эстрадная «Ходит песенка по кругу». Где-то песня сочинилась, и со скоростью ракеты в то же утро очутилась на другом краю планеты. Мимоходом, мимоходом, мимолетом, мимолетом, теплоходом, теплоходом, самолетом, адресованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая Земля. Мальчики у меня начинают басить, они взрослеют, у них меняется голос. Я очень надеюсь, что на следующий год они у меня останутся, и мы будем творить. Ну, в общем-то, ребята собрались, я ими довольна. Вообще, очень мобильные ребята. Нужно было собраться на репетицию, дворец нам дал внезапно зал. Нужно было собраться, может быть, за часа два. Занятия в 4. Вы знаете, они обзвонили всех, и в 4 они все стояли на станках. Отчетный концерт – это возможность продемонстрировать таланты учеников «Элегии» уже 28 лет, и ежегодно она принимает сотни молодых людей, желающих научиться музыкальному искусству. Исполнительские качества закладываются с детства, простые композиции поднимаются будто по лесенке вверх, образуя нехитрые, но любимые всеми мелодии. Участница первого класса фортепиано исполнила польку Чайковского. Учащимся школы искусств, конечно, удалось показать многое. В программе 17 номеров. Татьяна Колганова, новости «Искра-Вект».